все соответственно этой. Ну, хорошо. Все соответственно. А вот этого нет потенциометра только. Вот этого вот. Так вот смотри, влево, 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 4 влево, потом вправо, потом 2 прямо и 2 влево, этот влево и этот влево. А вот этот у нас со смещением, да, как бы? Вот они сейчас оба, вот как сейчас на этой схеме, они так и стоят. Ну вот этот мы разворачивали. По-моему, ну, это... да, вон там краска сошла, этот, ну, все. Так, что мы сейчас регулируем? Вот, да, компенсатор, да. Ну давай начнем на... Там... Он на семерке стоит. Вот. Да, давай поставим единичку, заснимем, потом заснимем пятерку, потом заснимем семерку, заснимем десятку. Хорошо. Так, тут компенсация, да. Детектируемый сигнал уже вне границ, что ли? А вот он сейчас вернулся. Хорошо, давай проверим. Те два так и остаются. Я им показал. Алексей Иванович, давай! Все достаточно. Не-не-не, давай на десятку.